тебя все, деньги будут. А чтоб лучше поняли. Не надо, не надо. Быстро, я сказал. Вот, быстрее. Один нас подрезали. Кобяков. Ты че? Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Всем привет, меня зовут Влад, 4 Глен. Мы решили отдохнуть и снять наш целый день. Место. Сегодня только лес, живая природа. Это за подрезоны? Ты что делаешь? Пацаны, догоняйте их. Я сейчас им объясню, как нас подрезать. Иди сюда. Да, иди сюда. Ты сказал? Они нас подрезали. Кобяков. Ты че? Мужики, мужики, тихо, мужики, вы не бей мужики по стеклу. По колесу ударил, хорош. Так, ладно, сейчас скажу, что Кобяков язык давай, с зубами аккуратно, держит. Аккуратно, а то не он что-то... Так, полегче. Здрасте, мужики. Так, вот с ним разговаривай. Ребята, у нас есть Кобяков вдруг. Он ну такой, он полезет такая, понимаете? Мужики, извините. Больше так не будем. Да, есть блатные, вы чьих будете вообще? Мы блогеры. Вы люди уважаемые, приносим свои извинения, ребята. Уважаемых людей, спасибо, это ты правильно. Ты чеку! Так, все. Давай, поехал. Все. Ну что, разрулили? Разрулили! Да ладно, пацаны, я им зато лохи на машине написал. Вот, быстрее! Они как только увидят, там сразу... Я же говорил, этих щенков сразу надо было урабатывать. Пацаны, садимся в ласточку, догоняем этих малолеток. Ты что, угораешь? Ну а что? Я им отомстил. Какую-нибудь кафешку ближайшую. Тут везде дороги, мы в лесу. Ух, пацаны, еле оторвались. А прикиньте, если бы они нас... Опа, а вот и наши клиенты. Че попрятались, сладкие? Ты кушай, кушай. Бакланы, вы попали на бабки. Как мы узнаем, куда вам везти эти ваши зузы? Сын, конечно, мобилку мою. Как мою? Это ж моя. Адье. Кто-нибудь вообще понял, что такое зузы? Вообще, Кобяков, это все из-за тебя. Надо звонить полицейским. Там, типа, переговоры. Да нет, звони. Здравствуйте. Да я не вру вам. Алло, алло. Ну что, предлагаю проследить за ними и попробовать. Алло, шпана, слыхал, о чем вы бакланились с фраерами? Вилки пожнив там. Что, простите? Лайк, уважаемый. Будет нужна помощь? Вращайтесь. Там нужно найти неприметную машину для слежки. Типа нем. Не, Глен, она какая-то слишком приметная. На каршеринге только дураки ездят. О, пацаны. Я даже сразу и не заметил. Так, это Citroen. Сейчас. Что такое вообще? Это заклинание. Есть одна проблемка. Здесь ручки нет. Как? Всегда мечтал разбить стекло в машине. Так это... Покатаемся, вернем. И даже колеса в такой же... Так, это куда-то сюда, да? Да, смотри, обшивочку тут вот поднимаешь. Ё-ма-ё. Нет. Ладно, есть у меня один вариантик во дворе. Я думаю, ее можно взять. Погнали. Та-дам! Стоп, пацаны, а как мы их... Геолокацию, как я тебя просил. Да, включил. Ну? Ищи телефон Кобякова и поехали. Так прямо. Понял. Глуши мотор, они нас спалят. Давайте наблюдать. Пацаны, они нас заметили. Иду. Закрывайте двери. Тихо. Так, выходим, девочки. Так, оставлюсь. Выходим, мы выходим. Все нормально, мы выходим. Это не со мной надо обсуждать это. Вот, с главным. Иди сюда, иди, общайся. Я? Приехали уточнить, там, куда привезти? Да. Ты думаешь, мы этот развод схаваем? Все, деньги будут. А чтоб лучше поняли. Не надо, не надо. Не надо, нет. Не надо, не надо. Блин, только не пары. Все, это потом нас так. Не думай. Все, мужики, мужики. Да. Спасибо большое. Еще на ходу. Камера? Нет. Это не камера. Вдруг авария. Выключен был, не волнуйтесь. Да сюда. За такой косяк сумма удваивается. А теперь... Быстро, я сказал! Камеру отобрали и доказательств. Я достал флешку. Ты гений! Доказательства есть. Осталось понять, как их прессанут. Что будем делать? Все, теперь можем идти в полицию. Ты что? Настало время позвонить Венедикту. Да, на компромате можно поиграть на нервишках. На нашу машину месить вообще по полной. Вы хотите, чтобы я вас прикрывал, правильно понимаю? Ну да, помощь. Либо отвезти бабки, либо рассказать бандитам про флеш. Так, может быть, у вас какие-нибудь серьезные знакомые? Поможете с одним дельцем? А я вам дам контакты ребят, которые помогут. Переодевайтесь в это, а я пока схожу за одним важным человечком. О, интересно, что это за важный человечек? Рождение! Тебе понравились, ребята? Да, очень понравились. Молодцы, она вас любит. А контактики, ну, пацанов, мужиков. Берем телефон, звоним бандитам. Сообщаем им, что у вас есть... Просто? Нет, не просто. Скорее всего, они будут вас искать. Но выбора нет. Звоним на номер Кобякова. Привет, Снежок. А что это я, Снежок? Пацаны серьезные. У нас есть на вас компромат. Воровали оттуда колес. Мы отдаем флешку, а вы забываете про нас. Наши гарантии — это наше слово. Силу через часик. О, я пока поесть хожу. Проголодался, капец. Кобяков от еды отказался. Мы есть хотим. Серега.
Теперь любой конь найти может. Погнали. О! Второй этаж и налево идти. Это что, ты снимаешь? Дай быстро! 2 секунды, чтобы тебя здесь не было! Ладно. Быстро спустились и подписались! Для понтов серая, для настоящих пацанов. Вы захотите, чтобы мы в вашем YouTube-канале побаламутили? Флешку искать. О, кухонька! Банан, не хочешь главному? Ищем, ищем. Флешка где-то здесь. Девушка это святое. Ее не впутываем. Да не вопрос. Может быть. Погнали. Первый раз такую вижу. Пойдем посмотрим. На них хату можно поднять. Тачка. На такой и в лес никого не вывезешь. Слышали? Валим. Валим. Помогите, помогите, спасите. Давай, давай. Парень, соперник из тебя, конечно, так себе. О, алло. Тут с вами человечек один. Сделайте все, что они просят. Значит так, привезете флешку, получите друга. Блин, Сережку похитили. Адрес у меня. Значит так, собрали. Что нам делать? Ну, во-первых, нужен нормальный прикид. Контакты парней, которые помогут. Скажите, что от меня. Ну чё, повторим. Отскочи на пол сандали. Пока я не помню, что это значит. Думаю, что ты все запомнил. Слышь, если будешь кипишить, такого нет слова в русском языке. Это только на бандит. Так вообще-то не говорят. Не, ну вообще Кобяков молодец. Помни. Слышь, потерялись, баклажан. Поехали на место и будем стричь поляну. Стричь чего? Запомнили, так. Дави на газ. Поехали братву собирать. Мне как-то один бандит сказал, что гелик. Ну не знаю, сказал, что я неправильную машину выбрал. Гелик — это бандитская тачка. Стой, флай. Посмотрим, получится у тебя или нет. Нашу историю, и все будет на мази. Кобяков, давай. Буксуй, старичок, никакого беспредела. Базаришь, давайте ушатайте его уже. Стыньте. Ладно, борзо свое придержите. Замес неприятный, на бабки нас выставить хотят. Вы, ребята, ровные, лямку тянете. Вот мы и приехали. Семью завел, Карапузов. Ну, семья — это святое. Чё это, я цыган? Ну, хочешь, как звать? Седой. Короче, ровных муток вам. Здравствуйте. Я газировку не продаю. Кент нужен, чтобы одни бакланы нам по куполу не надавали. Так, ребят, надо было сразу так сказать. Не так, о чем базар? Кентерамс попутали и на счет. Прёкся и мазу тянет. Мы с Веней многое прошли. Что от меня требуется? Ну, короче. Ну, надо на встречку погрозиться. Ну, если что там, ну, обоснуй. Ты заднюю даешь, ну, так и скажи. Нам серьезные ребята на колени поставить. Я такой вижу, что вам и не снит. Покой ушел. Герой. Ты где? Герой, ребят. Базар, вокзал. Времени. Шевелись. Шевели ногами. Накосячили. На встречу опоздали. Так делать нехорошо. Пределе. И что мне с этим делать? Копай. Опа, звоночек. Вы должны были быть на месте. Опаздываете? Мы вашего пацана в лес вывезли. Так что давайте без сюрпризов. Коротышка, надеюсь, что твои кенты не слили тебя. Что-то изначально мы диалог неправильно начали. Че, как вопрос решать будем? Клоуны ряженые. Мы вас сейчас размотаем. Ну попробуйте. Серегу покажите. Серега! Гомонился. Да хорош, хорош. Вижу, да все нормально с вашим Серегой. И нас решил. Думаешь, чуханы? Можете сходить проверить. Кобяков, иди проверь. Серега! Живой! Братва, они не наврали, отпускай. Извиняйте, ситуации всякие бывают. Мы свое слово держим. Флеш. Пацаны, извиняйте. Ну все, сворачиваем. Ох, ну и понравились мне эти... Ну иногда стрёмно было. Спасибо, что спасли. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4. Всем пока!